Совсем недавно я играл на сервере миллионеров, и мне достаточно понравилось, и я решил поискать, есть ли такие же похожие сервера. И листая различные хосты серверов, смотрите, на что я наткнулся. Onlygirls.play — это сервер для девушек. Я даже не знал, что такие существуют. 5 человек играет. Ну а перед тем, как мы начнем, друзья, надеюсь, что вы уже поставили лайк, подписались на канал. И да, в принципе, больше ни о чем я вас спросить не буду. Ведь это так просто, нажать только на 2 кнопки. Сначала на лайк, а потом на кнопку подписаться. Спасибо огромное. Хотя нет, кое-что еще попрошу. Заходите на мой сервер, IP есть в описании, ведь у нас скоро открывается один блок. Очень скоро открытие. И 12 сентября, прямо на мой день рождения, мы с вами поиграем на моем сервере в один блок. Поэтому ждите стрим 12 сентября. Поехали! Сервер для девочек, только для девочек, мальчики не допускаются. Да, кажется, это тот самый сервер. И нас сразу встречает какое-то непонятное здание. Почему здесь все фиолетовое и вообще все розовое? Это, конечно, немножко странно, то что я мальчик захожу на сервер для девочек, но надеюсь, что проблем никаких не будет. Так, и кто там уже стоит? Какие-то А что за звуки странные? Ой, девочки, сегодня ноготь сломал, и я плачу девочки. Кто хочет моих красивых цветочек? Я открыла новый магазин. Как же я устала, хочу домой. Да! Господи, они тут живут своей жизнью. Мое кафе — это лучшее, модное место. А манекен аж 5000 стоил. Так, что здесь вообще есть? Что мы можем с вами поделать здесь? О боже, моя роза сгинула. Так, магазин цветов, значит. Стоп, подождите. Мне кажется, ли здесь нету ни одного лука-батона? А нет, смотрите, есть на самой верхней полке. На, этот сервис самый лучший, я считаю. Девочки, ваши магазины ничто по сравнению с моим магазинчиком. Так, Розалета. Что за Розалета? Опачки, какой-то магазин одежды. И опять этот лук-батун. Такое чувство, как будто бы они все готовят для меня. Какая-то одна одежда, вся разноцветная. Ничего даже для парней нету. Окей. А что у нас здесь? Еще один какой-то магазин одежды. Здесь опять-таки вообще то же самое. Чем они вообще отличаются? Так, что-то они там ссорятся. Смотрите, мой магазин одежды в 100 раз лучше твоего. Сама ты врешь. Ха, смотрите, смотрите, разборки, разборки какие-то здесь. Так, успокойтесь. Офигеть. Так, ладно, давайте что ли им напишем привет, что ли. Всем привет. Я надеюсь, то, что они там ну, нормально меня воспримут все-таки. А ты еще кто такой? Ты кто? Так, стоп, что-то мне вообще не нравится, что здесь происходит. Боже, что за трэш, как парень смог нам зайти? Я фиксай. Мальчикам нельзя. О боже, фу, мальчик. Да ладно, ну вы что, серьезно? Так что им написать вообще? Даже дали какую-то визу розу. Уходи, а то мы примем меры. Так, стоп, погодите. А что такого, что я мальчик? Разве я не могу играть на сервере? Как ты вообще нас нашел? Ну, ваш сервер в открытом доступе. Кидайте яйца, не можешь. Да в смысле, какие еще яйца не кидают меня? А тебя воняет носками, свали отсюда. Господи, почему вы все наехали-то на меня так сильно? А если я не свалю, что вы сделаете? Я же могу просто сейчас играть на сервере, они мне ничего вообще не сделают. Ну пускай не кидают своими яйцами, девочки, налетаем, в смысле? Да вы серьезно, что ли? Ну хватит, вы уже начали бить Вы были забанены, мальчикам вход запрещен? Да ладно, ну это же бред какой-то, их сервер в открытом доступе. Окей, у меня есть одна небольшая идея. Прямо сейчас я перезайду под другим аккаунтом, под аккаунтом фиксеты, и поменяю скин, надеюсь, что это сработает. Мы прикинемся девочкой и попробуем их немного разыграть. Так, отлично, все, я перезашел на сервер, появился на том же месте. Да, сервер для девочек, все верно. А теперь внимательно смотрите на мой скин. Раз, два, три. Ну, в общем-то, надеюсь, то, что я похож на фиксату. Я на самом деле не уверен, как она выглядит, но надеюсь, то, что все будет в порядке. Так, двери не открываются. Блин, давайте что ли постучим им, скажем то, что вот мы там новенькая, там бла-бла. Зацени новую кофточку. Чертовы мальчики, так они бесят. Девочки, а помните, к нам тут вонючка мальчик приходил? Что за день-то такой? Какие-то непонятные людишки заходят, особенно эти парни. Фу. О боже, что за новенькая? Как вы находите наш сервер вообще? Ты кто? Да опять они, смотрите! Да я ж уже девочка, вот все нормально, я фиксета. Всем привет, я фиксета. Я новенькая тут. Я девочка, хочу играть на вашем сервере. Некрасивая какая-то, что у тебя с прической? Да в принципе все нормально с прической. Что за нелепая пародия на меня? Розалета, фиксета. Да это просто совпадение какое-то и все. Это совпадение. А почему у тебя борода? Ты что, Кончита? Это маска, смысл? Борода. Ну что вы все наехали на меня? Дайте спокойно поиграть. Девочки, я хочу купить новый маникюр. Или он вроде не покупается, да, его делают. Но неважно, я надеюсь, что я не спалюсь. А ты точно девочка? Да? Конечно. Тебе нельзя так ходить, не позорься, дорогая. И что ты мне предлагаешь, что ли, в магазин, что ли, твой пойти? А подтверди. А как подтвердить-то? Тебе нужно пройти наш тест на девочку? Серьезно? Мой магазин одежды. Ага, она меня зовет мой магазин одежды, понятно. Мне кажется, она нас обманывает. Как подтвердить-то? Она что, среди мальчиков росла? Ну и что, что у меня короткая прическа? Я что, теперь не могу быть девочкой? Девочки, давайте тест. Какой еще тест? Так на самом деле тяжело.
тяжело с ними общаться через чат. Сначала тебе нужно одеться в нашем магазине. Господи, да что за издевательство? Ну, окей. Правда, у меня денег нету. Я только зашла на сервер. Потом купить мои цветочки. Раздеть меня хотят вообще полностью. И какой из них? Тут как бы два магазина есть. Этот или этот? Что по душе угодно, иди ко мне. Так, идти к Розалете. А стоп, а почему у них никнеймы какие-то другие? А почему у вас никнеймы другие? А вот это вот что-то уже немножко палевно, кстати говоря. Маникюр ее не спасет. Мы взяли аккаунт у парней. А, ну в принципе, если парни их обеспечивают, то возможно, да. Я у мужа. Господи, неужели за 30 она играет в Майнкрафт? Ладно, я не осуждаю, конечно, это нормально, но все равно. На сервере для девочек. Окей. Короче говоря, смотрите, мы сейчас подадимся им, полностью пройдем их тест. Они убедятся в том, что мы настоящая девочка. А потом мы попробуем их как-нибудь разыграть, попранковать. Потому что они меня очень сильно обидели, когда не поверили то, что я девочка. Ладно, я пойду сюда, хорошо. И что? Что мне здесь надевать? Я возьму свой любимый цвет, это пускай будет синий. Ага, я не могу здесь вообще ничего добывать. Я понял. Синий, да, пожалуйста. Да-да-да, вот их, пожалуйста. Да-да-да. Ага, спасибо. А то есть платить не надо, что ли? Платить не надо. Так, ну в принципе, все. Синие штаны есть. Думаю, этого спокойно хватит. С оплатой разберемся после теста. У нее какой-то странный вкус. В смысле, если я девочка, то есть получается, я не могу выбрать себе синий цвет. Ладно, окей, какие-то странные у них принципы. Да хватит вы! Вы обижаете меня. Я просто обычная девочка, которая хочет поиграть на сервере. Все, мы можем идти на тест. Возьми мою лучшую курточку. Ну хватит, нет, я не буду курточку никакую брать. Ладно, давай мне вон ту фиолетовую куртку. Возьми мои цветы еще. Да ладно, ладно, все, я возьму. А, вот фиолетовая куртка, хорошо так. Ага, все, все, да, успокойтесь, пожалуйста. Успокойтесь, я все сделала. Так, ладно, цветы еще. Так, все, давайте просто их игнорировать и просто пойдем за цветами, и все. Надо поскорее пройти этот тест. Маникюр все же ужасен. А, твой маникюр хуже, вот так я и скажу. Я же девушка, я могу с ней переписываться так. Ты че, ладно, кажись, это было зря. А, стоп, смотрите, няшка, она админ, господи. Прости, я ошиблась. Шикарный маникюр. А, как они надо мной издеваются. Все, я их точно 100% суперски разыграю. Вот прям 100% в конце этого ролика. Так, окей, какой у меня цветок, господи, что мне дали? Роза визора, зачем она мне нужна? А куда я вообще зашел? Поза, это еда. Куда они меня привели? Где у них здесь магазин цветов? Здесь нету, здесь тоже. А, вот магазин цветов. Мне, пожалуйста, тот священный лук-батун. Главное не спалиться, главное не спалиться то, что я фиксаю, потому что, возможно, они знают то, что я люблю лук-батун. У нас тут розы любят, он же воняет. О, не понял! Ладно, я им сейчас ничего писать не буду, скажу просто, окей, давайте розы. Я розы обожаю. Так, вот, все, розы, прекрасно, все, спасибо. Надо их куда-то выкинуть, я даже не знаю куда. У него вообще вкуса нет. Сейчас я тест пройду и докажу вам все. Так, у них еще есть какие-то странные цветы, это что, синий василек? За мной я проведу на тест. Окей, главное, чтобы они меня не привели какую-нибудь чащу или еще куда-нибудь. О, тест. Так, стоп, а где? Где эта няша? Где? А, вот она, все, окей. Да-да-да, я иду уже. Что это за место такое? Какие-то двери есть непонятные. Так это ж баня, господи, куда меня привели? Это же баня. Откройте, откройте, почему дверь не поддается? Я же сейчас, я задохнусь здесь. Вы меня чуть не убили. Можно мне на тест уже? Как они надоели, эти девушки, это просто капец. Ладно-ладно, пошли. Окей, где эта няша? За мной. Окей, без проблем, я уже несколько раз тебе это говорил. Почему они меня ведут постоянно в другое какое-то место? Здесь одна девушка почему-то застряла в котле. Фу, опять. Что-то у них какие-то традиции, походу, странные. Ладно, они меня ведут обратно в лес куда-то, окей. Ты снова за свое. Почему? Что здесь такого, что она в котел залезла? А долго нам идти вообще? А почему они все за мной идут? Я вообще не понимаю. Придется потерпеть. 100 километров, господи, ладно, друзья. Я вернусь к вам буквально через минуту. Ой, точнее, через секунду. Смотрите, даже некоторые обогнали уже. О, да, наконец-таки мы пришли сюда. Ага, спасибо, Жанна. Вот и пришли. Ура, тест. А чё они так радуются вообще? Сейчас ты пройдешь тест, который докажет нам, что ты девочка. Тебе придется ответить на несколько вопросов. Я надеюсь, вопросы легкие будут. Ух, помню свой первый заход. Ага, походу они все проходили. Значит, это не одноразовая акция. Нет, иди. А если я не пойду? А если я, например, обману их? Типа, пойду, а потом выломаю просто блоки? А, бан. Ладно, окей, ногти сломаем. Если ты девочка, то легкие. Да-да, я девочка. Все в порядке. Удачи. Смотрите, мне даже удачи желают. Окей, так, заходим на первый вопрос, значит. А, нет, это не первый вопрос. А что, выхода нету, что ли, назад? Господи, они все стоят и смотрят. Я заберу твои шмотки, если завалишь. Какая разница, я все равно за них не платил. Так, вопрос номер один. Девушки какают? Боже мой, кто этот тест вообще составлял? Неужели этот админ? Господи, это ужасно. Да или нет? Ну, как бы, парни какают, значит, там легкие вопросы для девочек. То есть вопрос какают для девочки вполне нормальный. А может быть, я у них подсказки сейчас буду брать? Потому что вдруг это вопрос подвохом каким-нибудь. Да, это я составляла. Все, я понял, вопроса больше нет. Так, ладно, ну, допустим, да. Ну, естественно, все какают. И там говорят, что принцессы не какают, но они тоже. Здесь лава.
А выхода другого нету, да? Я понял. Окей, хорошо. Это был самый легкий вопрос. Ну как так-то? Блин, надеюсь, у нас плюс новая подруга будет. Ну да, после того, как я неправильно ответил на первый вопрос, обязательно. Мне кажется, у нас фальшивка. Да я случайно! Я знала! Все, нажимаем нет. Это очень странно, потому что это неправильный ответ. Все какают. Так, ладно, все, хватит говорить про это. Вопрос номер два. Отлично. Она очень сильно похожа на мальчика. Да в смысле? Я фикс это! Подумаешь, что у меня короткая прическа. Вопрос номер два. Как долго девушки собираются на свидание? Ну это, в принципе, очень простой вопрос. 5-10 минут, либо 2 часа. На самом деле, здесь вместо 2 часов надо было написать вечность. Просто вечность. Так, ну 5-10 минут, да, нет. Все-таки 2 часа. Все, проходим дальше. Отлично. Тут какая-то дверь. Вопрос номер 3. Проходим. И да, все открывается. Замечательно. Мы переходим на вопрос номер 3. Она ответила. Смотрите, они следят за мной. А как они следят? Они почему? Откуда они все знают? Поскольку человек, девушки ходят в туалет. Почему все вопросы про туалет, я не понимаю? Одна, два и более. Слушайте, а вот это я даже и не знаю. Вот если бы я был бы девушкой, да, вот мне было приятно бы ходить вдвоем, например, в туалет. А, ну да, точно. Я смотрел очень много сериалов, и обычно всегда девушки ходят вдвоем туда. Они там общаются, рассуждают, там осуждают мальчиков и так далее. Поэтому два и более, вот 100%, я уверен. Так, нажимаем и... Да, мы проходим, да! Господи, я не знаю, откуда это знаю. Я говорю, это все сериалы, это все сериалы. Что чаще используют девушки при мытье головы? О, она проходит, ответила. Смотрите, они удивляются. Говорили, что это очень легкий вопрос, а сами смотрите, удивляются. Может и пройдет. Конечно, пройду, я же девушка. Я удивлюсь, если пройдет. У, новая подруга. Так, замечательно, у нас отлично получается. Так, ну вообще обычно я знаю то, что они шампунем почти не пользуются. Хотя, по сути, шампунь, чтобы помыть голову, а кондиционер, чтобы они были там что-то какие-то там шелковистые и так далее. Мне кажется, она все равно врет. Да нет, неправда. Окей, давайте ответим кондиционер, потому что чаще всего они используют кондиционер. Так, проходим вопрос номер 5. И да, да, получилось. Что? Чего? Нет, в принципе, этот вопрос был на самом деле очень простой. Здесь было легко ответить. У меня закончился кондиционер, кстати. Нет, это да? А, это когда у девушек спрашиваешь по типу... А хотя, что у них можно спросить? Типа, ты меня любишь? Она такая, нет, а на самом деле да. Ну, наверное, все-таки да, это правда. Все сразу, да... Нет, так, стоп, надо подумать логически. Нет, это да? Значит, да, да, это да, 100%. Так, проходим. Конец. Так, стоп. Нет! Ну, в смысле, каким образом? Как? Это невозможно. Почему? Они же обычно, когда говорят нет, это да. Вот Жанна сейчас написала нет, это да или нет, я не пойму. Увы, я так и знала, да. Ладненько, есть еще одна попытка. Получается, стоп, меня зареспамило здесь. А сколько у меня вообще попыток? Я надеюсь, то, что это не последняя будет. Смотрите, там админ. Она что-то там делает, смотрит. Блин, она, кажись, мальчик. Надеюсь, что она не пройдет. Стоп, посмотрите, она стоит здесь. Может быть, там проход? Окей, давайте ответим нет. Давайте ответим нет. Сейчас проверим, сейчас проверим, сейчас проверим. Так, конец. Нет! Она обманула меня! Она обманула меня! Она специально там встала, чтобы я подумал, что это правильный ответ. Да, кажись, так оно и есть. Дурында, у тебя последняя попытка из трех. Думаю, она еще глупенькая. Да я специально! Неправильно отвечала. Так, стоп, здесь еще какая-то дверь, но ничего не написано. Я не знаю, но надеюсь, что это выход. Надеюсь, что все будет в порядке. Какого черта? Вода, лава, опачки и няшка. Привет. Молодец, ты прошел на тест, теперь ты можешь увидеть то, что мы скрывали. И получается, что они теперь мне доверяют, думают, что я девушка. Так. Офигеть, они меня все ждут уже. Ура, прошла, ура, наконец-таки. Ай, цветы мне дарят, она прошла. Я же говорила, что я девочка, а вы мне не верили. Вот так вот, вот так вот. Даже тортик мне дали, офигеть, круто. Это куда мы вообще попали, это что там впереди? Офигеть, спасибо, что не верили мне. Вот так я им отвечу. Я буду гордой, я буду гордой девушкой все-таки. Теперь, наконец-таки, мы можем пройти в наш замок. Пошлите в наш замок. Так, стоп, погодите, а кто это такой? Это... Акакий? Подожди, стоп. Акакий? А почему не Акакий? Новенькая Акакий. Не может быть, что, получается, девушка Акакия играет на этом сервере? А, ну хотя, в принципе, Акакий играет на сервере миллионеров, поэтому, возможно, да, такое все-таки может быть. Окей. А, все, все, хорошо. Все, все, все. Я пошутила. Простите, пойдемте в замок. Офигеть! Боже мой, вы посмотрите на этот замок! Я ничего красивее в жизни не видел, чем это. И деревья такие. Блин, стеклянные, все разноцветные. Капец, у них классно, конечно, на сервере. Это очень круто. Тут даже кто-то залипло. Надо на выходных уборку сделать. Круто, очень круто. Так, не пали. Стоп, погодите, это Акаки? Это что, реально настоящий Акаки? Он тоже их обманул? А почему тогда? Я не понимаю, он же был на сервере миллионеров. Просто забудем, никому ничего говорить не будем. Это их символ или что это? Он как будто бы какой-то недостроенный на самом деле. Помолимся нашей богине, это богиня? Мне тоже надо молиться, что ли? А если я не хочу? Ладно, ладно, все, не будем палиться. Ну ладно, ладно, все хорошо, так.
цветы будем дарить. Да, слушайте, у них какой-то культ здесь 100%. Нифига себе, у них луков батунов, все, это мой любимый сервер. Ладно, в любом случае, помолимся, да-да-да-да-да, там благословим вот эту вот статую, все такое. И что теперь можно поделать? Теперь, когда ты одна из нас, мы выдаем тебе креатив, чтобы ты могла помогать нам с постройками. Серьезно? Всего лишь? Просто невозмутимо таким взглядом на них посмотрим, потому что, типа, мы не удивлены, все нормально. Всего лишь? Я думала, у меня свой магазин будет, но все равно построить я вам помогу. Так, все, отлично, отлично, друзья, у нас есть креатив, замечательно. Воу, какое все светлое это стало. Это аниме, что ли, выдали опять? Окей, а тут уже, смотрите, кто-то летает, да, они что-то нам строят. Окей, пускай строят, давайте сделаем вид, что мы там тоже там помогаем там строить, не знаю, что они строят, но в любом случае, все, у нас есть креатив, замечательно. Мы сейчас с вами вводим, смотрите, какую штуку, TNT. Так, надеюсь, то, что они меня не успеют забанить к этому времени. Так, динамит берем. О, нет, нет, убери из руки, господи, чуть не спалился. Теперь берем рестоунный факел, да, вот таким вот образом мы как раз таки сейчас их затроллим. Теперь нужно заложить динамит в очень таких скромных местах, чтобы они этого не заметили. Например, вот здесь вот динамит, теперь вот здесь вот, за каждой колонной я поставлю сейчас по динамиту. Мне колубе сахар, они там пока что пируют, отмечают то, что я прошел тест, точнее, прошла тест. А мы с вами пока что заложим все это везде, здесь динамит. Так, тихо, не палимся, не палимся, здесь тоже закладываем кучу динамита. Главное, чтобы они этого не заметили. Все, кстати, пошли к нам. А, секунду, я дострою кое-что, вам понравится. Эх, а где же новенькая? Сейчас я приду, Здесь главное вот здесь вот, вот так вот аккуратно. Опа, лишь нет, не иди туда. Ух, все, она не пошла туда. Замечательно, все спокойно, прекрасно. Так, здесь тоже ставим динамит. И здесь тоже. А что строишь? Колонны! Декорирую. Я надеюсь, такое слово есть все-таки. Так, и здесь тоже мы с вами поставим динамит. И точно за их самой главной статуей тоже поставим сейчас кучу динамита. Ха-ха, авангард, умница, это хорошо. Да, они даже не подозревают того, чего я им готовлю. Все, теперь начинаем поджигать на счет 3. Раз, два, три. Поехали. Все, поджигаем. Главное, чтобы они не успели меня забанить. Поджигаем. Почему не поджигается? Вот, смотри, что отлично, поджигается. Да, все работает. Что? Предательство! Отлично, все. Взрывается. Тихо. Главное. Все, они покажут там шоки, с ума сходят, а мы пока все взорвем. Все взорвем. Главное, Тинти еще взорвать. Господи, я очень сильно нервничаю. Все, отлично, банти. Все, минус статы, вообще замечательно. Все, можем еще продолжить, пока меня не забанили. Замечательно, как-то нет! Уродка и обманщица! Боже, это самый лучший сервер, на который я когда-либо заходил. В общем, друзья, надеюсь, вам понравилось данное видео. Если это так, то обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки и делитесь этим видео с друзьями. Опачки, стоп, я зашел на свой сервер, и у меня опять-таки свой скин. Это очень странно. Кстати говоря, на мой сервер можете зайти по ссылке в описании. У нас открывается скоро один блок, поэтому я тебя жду. Так вот, если вам понравилось данное видео, и вы хотите таких больше, где я буду заходить на различные сервера, то обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки и делитесь этим видео с друзьями. А для вас старался Фиксан. Не забывайте также смотреть предыдущие видео. Всем удачи, до скорой встречи, пока, увидимся в следующем ролике. Пока! Кстати говоря, я был Фиксетой, ну как бы и Фиксая, вы теперь знаете, кто такая Фиксета.